Мэр Анапы находится в рабочей командировке в Сочи. Сергей Сергеев возглавляет делегацию города-курорта на международном туристском форуме «СИФТ». Деловая программа форума насыщена серьезными вопросами. Представители власти, руководители санаторно-курортной и туристской отрасли, инвесторы обсуждают проблемы развития курортной отрасли, возможности для укрепления конкурентоспособности курортов Краснодарского края, увеличение туристического потока. Санаторно-курортную отрасль Анапы представляют 25 руководителей профильных предприятий, среди которых «Дилуч», «Анапа Океан», «Пансионат Урал», «Курортный отель Олимп» и другие. В данный момент участники форума собрались на пленарное заседание, где подводят итоги курортного сезона 2016 года и обсуждают перспективы будущего сезона. Утренняя программа главы Анапы включила ряд встреч с помощником президента России Игорем Левитиным, инвесторами и представителями законодательной ветви власти.